Михал, первый матч в топ-16 Кубка УЕФА вам предстоит сыграть с Диной против твоей бывшей команды. Какие воспоминания остались о клубе и какие ожидания от завтрашней игры? Так, я думаю, самое лучшее, потому что я за Дину играл 5,5 лет. И тоже сейчас уже поздоровался с ребятами, с президентом. И завтра, я думаю, тяжелая игра будет, и мы постараемся выиграть, и ну, очень тяжело будет. Рассчитываете на поддержку болельщиков? Ну, рассчитываем, но я думаю, пока не знаем, сколько болельщиков приедет, потому что город Пардубице, мы играем в городе Хрудим, но это недалеко, но надеемся приедет, я не знаю, может 2-3,5 тысяч. Может быть, я не знаю, посмотрим завтра. Кого в составе Дина отметили? Я пока еще никого не видел, я здесь общался с руководством. И я думаю, бразильцы хорошие очень, Алемао хороший. И я думаю, самые лучшие игроки российские здесь сейчас играют. Многие называют Дина и ваш клуб РПАК Хрудим фаворитами в борьбе за выход в финал четырех. Не давит ли это внутри на команду? Я думаю, нет. Я думаю, все команды могут выйти. Тоже Словматик и Арас. Перед нами Арас тренировался здесь. И много тоже иностранных игроков, хороших игроков. Я думаю, нам надо играть завтра первую игру, потом вторую и потом третью. Но нам надо постараться, хотим выиграть и выйти в финал 4.